Опа. Вот так они. Сейчас будем делать эксперимент. Вот этот аккумулятор не подает признаков жизни. Напряжение на нем по нулям, при зарядке не показывает. Зарядку не берет, при добавлении небольших количеств дистиллированной воды никаких изменений не показывает. Сейчас сделаем раствор медного купороса и добавим в ячейки. Так, вот открыли медный купорос. Вот у нас такой получился. Белый и синий. Кстати, белый это еще безводная соль. Синяя это уже водная соль. И сейчас будем делать раствор. И добавлять вот вольтметр добавил. Смотрим. Так, добавляем медный купорос тепленькой водички, правда, с крана. Ну, сейчас буду добавлять, перемешивать. Так, открыли ячейки. Сейчас попробуем посветить, что там внутри. Особо не видно. Вот такой раствор медного купороса получился. Сейчас будем заливать в аккумулятор. Но перед этим подам напряжение на аккумулятор. Так, вот. Подключил вольтметр. Подаю на 19 вольт на аккумулятор. 19,5 даже показывает. Хоп, убираю и сразу прекращает греть вольтметр. Вольтметр требует около 3,5-4 вольта для того, чтобы показывать значение. Вообще не держит. Так, смотрим, что в ячейках. Еще смочены, кое-как смочены. Здесь же технология типа AGM, Absorbent Glass Made, типа технология. После добавления медного купороса производится зарядка, пока маленьким током. Вот такое напряжение на аккумуляторе. Сейчас отключаю зарядку. Конденсатор разрядится. Вот так она падает. Но уже какое-то время поддерживает вольтметр в рабочем состоянии. Ну, то есть заряд как бы она берет. Насколько она возьмет, пока не знаем. Но изменения есть. Вот через некоторое время такое напряжение. Сейчас включу зарядное. Опа. Вот такое показывает. Причем заряжаем малым током. Стоял на зарядке около 20 минут. Выстрелила вот эта вот пробка. И вот это вздулось. Началось газообразование. Вот это тоже скоро выстрелит. Опа! Вот так они. Итак, по эксперименту.
с заливкой раствора медного купороса в этот аккумулятор. После часа зарядки, даже больше, не показывает, ну, вернее, показывает вот такое напряжение. И оно со временем падает. Ну, что сказать. Ну, вот такой эксперимент. Вот такое напряжение.